Здорово, парни. В этом видео моменты тестов бронебойных патронов АП-20 и лучшие ППшки в игре... Нет. И UMP. АП-шками меня ваншотили в 5-й класс брони одним выстрелом в грудь. К сожалению, для тестов соперники в 5-м классе брони участвовать отказались. Зато в 4-м было много желающих. К слову, 4-й класс выстрел в грудь не оставляет никаких шансов. Попутно я выполнял задание на убийство с дробовика, будучи в шапке-ушанке, и вот что из этого получилось. Также в видео небольшой тест новой ППшки UMP. Это оружие имеет только 25-патронные магазины, и из апгрейда устанавливается только ручка, лазер и прицел. Кстати, про прицел, если вдруг кто-то захочет попробовать, ставьте пистолетный. С пристрелкой в 25 метров, так как стреляет ствол дозаковыми пулями, и настильность у них такая же, как, скажем, у винтореза. Если вы стреляете с каким-то прицелом с пристрелкой 50, то пуля будет падать выше головы. Через все это, UMP это оружие, которое должно быть в руках у диких, а никак не у ЧВК. Про спрей и отдачу вы увидите все в видео. Если что-то еще есть интересное потестировать, пишите обязательно комментарий. Если вдруг кому-то понравится, не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и приятного просмотра. Один минус. На третьем? На втором. Минус еще один. Можно на втором есть враг. Я сначала третий проверю. Блять, боже он! Япона мать, еще есть! Последний. Минус. Хорошо. Сюда. Блин. Зад, курявчики. Ты вышел, да? Да. Через гараж выйти. Тут у меня двое. Один минус. Где? Тоже с гаража вышли, как ты сказал. С гаража выйду, и они выходят. Так, у меня от костра кто-то бежит. Дорога переходит на поле к холму. На холме уже сидел курятчик. Не вижу его, везде он. Перебежал сюда, поле. Он камень проходил? Я видел, как дорогу перебежал, подходил к контейнеру. Значит, он там остался. В контейнере сидит, в синем. Убил. Я подхожу к контейнеру. Ядрить эту волыну. Законная вообще, нет, эта тема вот эта вот? Не, это нормально, чё ты? Он с Виктором, 21 уровень. Всего лишь дробовик, чё так? Кинул за танк. Под угру, они там, дальше смотри. Там мне? Да, вижу. Один минус. Написал второму, даю туда гранту. Он влево уходит. Да, я видел. Я вдоль забора. Первый. Как бы тут сейчас сразу не отъехать. Там любят люди сидеть вот там впереди. Такси. Опять лежит чел просто в траве. Что с этими людьми не так, ребята? Объясните мне, пожалуйста. Почему они просто не играют в игру? Просто выбежал за забор, лег и ждал, пока кто-то будет бежать.
я у тебя. Кого-то я убил, только я не понял кого. А, нет, ЧВК был, отлично. Я почему-то так и думал, что он здесь будет. Чего? Больно, блин, картечь что-то в упор. Бля, бежит. Быстрее убирай, ёб твою мать. Это я вот у тебя. Слева кто-то есть. Все. Дай прокину. Пришаловски. Надо бы его тут. Понял я, понял все. Это толстый был, молодой человек. Ты стрелял? Да-да-да, подари бью. Готово. Очень слабый дробовик, слабый патрон. Вообще ни о чем. Стрелял? Нет, он. А, он. Просто не пойму, где он сидит там. Понять бы, где он сидит, нет, он прокинул. А, он в Меченке прям. Он прямо в Меченке, да. Ой, хай, я не прокинул. Катапки, блядь. Ах ты ж хитрец, да. Давай я попробую ему с улицы прокинуть сейчас. Попробуй через туалет ему зашвырнуть. Блядь, эти лампы теперь будут кряхтеть, блин. Он выход на крышу. Ты сейчас хочешь, Леон? Он, да? Я снаружи, я снаружи. Да, он выходи на крышу стоит. Сейчас. Да, он поедет туда. Все, у меня хаед. Минус. По-моему, двое. А ты что открываешь? Он. Ключ где-то был только что. Либо напротив Меченьки туалет. Я на крыше. Замер. Кто у платника? Фрак. Он у платника. Через двушку отыграю на него. Коридор я не посмотрю. Хаешки нет, сука, кинуть. Мне тоже нет. Это третий прочитывает. Кидаю на платник гранату. Кидай. В кусты кидай перед ним. Что-то совсем не туда вид. Она отлетела от дерева. Костян, я право иду по забору. По-моему, убил, не уверен. У платника. Я по коридору иду к тебе. Ё, там спрей такой, что он вот такой крест рисует, когда стреляет. Он просто рисует крест. Ладно бы, если просто вверх, можно как бы мышку на себя тянуть и контролить отдачу. А тут оно крест рисует, и ты хер знает, куда на следующий раз выстрелит. Все, запылесосили, да? Да. Ага, рац, понятно. А, ну да, Эндрэ. Хотя бы честно. Понял, с этого центральная, от магазина. Центральная лестница. Центральная? Прямо около меня побежал обратно, как это будет. Нет, как у нас по зеленке. Я по зеленке. Окей. Убил. Взял подушечку. Ты по внешке чекал у головного, нет? Нет еще. Нет, у вагона 4 пыли будет. Платник, он. А у меня есть еще у магазина, чел. Одного убил. Ты меня, я думал, ты... Да я не пошел бы туда к тебе, нафиг там.
своей стороны, короче. Да я понял, я слышал, где он стрелял. Упор он тебя убил, нет? Да. Про тот жмуров-то. Я на холме. Где-то у платника, смотри. Вдоль трешки, в сторону платника, понял? Ёб твою мать, здесь Мьёльниру, типа. Он ты вышел. Бежишь. Он вышел от магазина на меня, не от платника. Басит что-то там. Нет такого. Пускать надо. Два трупа тут у меня. Ну, вот, значит, я взорвал его, скорее всего. Где? Дара и Баси Боди. Вот он, да. Все. В упоре. Да, граната его взорвала. Давай валить туда, Вит, отсюда, быстро. Сможешь мета раскидать? Я чекну угол и приду. Это просто труп. Мужичков полно. Да. Да. Я в туалете на первом. Втором, по-моему. Там вот здесь, сюда, вот так. А, да. Нет, лестница. Норм. Убил меня. Все, перезарядиться. Да ты запарил, чел, блин. Хера там патроны у него? 61, да? Блять, он одним попаданием почти ваншотает меня в грудь. Кидает грена. Мне бы откинуть руку. Спускается Вид! Как отменить этот грен? Ушел обратно на второй. Подхожу к тебе. Сот он валяется. Да, я его взорвал эвкой. Shifty head. Оло? 92, да, да. Есть такой? Не знаю. А, вот сумка валяется. Он тут, походу, скинул ее. Кто бежит в трёху? Не мы. Блин, пропустил его. Бля, убил меня. Ой, сколько хоть попал-то я по нему, блин. Ты на холме был или где? Нет, тут джипа у дороги, он на холме. Грудная клетка. Я вышел, Артём. Я тоже бегу туда. Я по нему ноль попал. Хренное оружие. Я прям на входе. Я только зашел, шаг сделал. Да, я понял. Я через второй поднимусь. В туалете на первом. Так это Вид. Да? Это, или это не Вид? А, эфочка зашла. Ха-ха. Сюда. Рядом с лейкером там все стекла битые. Блин, может там сидят, да? Может и там сидят. Лежит! Одного. Четыре трупа. Ну вот они, значит. Подчеркну, кто это такой вообще. Клановый, кстати. YNGR. Понятия не имею, кто это. Профессионалы, наверное, какие-нибудь. Это не киберспортивная организация. Первая в мире. Но если прошло уже 20 минут рейда, они до сих пор на респе, я думаю, киберспортивная. 2 килограмма, давай. Кто-то сейчас меня если убивает, я просто удаляю игру сразу.
пошел к выходу. Я побежал, побежал прям молниеносно. Ника, ты где был? Я вот тут шатана был между ангаром где-то рядом. Я бегу на выход. Ядри тут лута. Удобно. Что такое? Каннер 6 охеренно встает на ДМП. Блять. Все, гинда наверх. Давай поменяемся. А у тебя какой прицел? Я вот так. Давай попробуем. Кинул. А сколько он ставится, его только в скин? Тоже на 50 метров? Он, да, бля, тоже на 50 метров. Херово. А ты скинул прицел? Кто бежит? Враг. Я наверху у вас бегаю. Вот он перед нами лежит, Мэтт. Сейчас возьми прицел, вот лежит. Я убью этого типа. Забрал? Да-да. Да господи, ну что с этой игрой тут так? Ну почему? У тебя теперь забаговалось. Оружие теперь забаговалось, блядь. Я в ангар зашел с машины. Ну и об твою мать, теперь за перезаходить в игру, походу. Я бежал на зеленый. От вагона. Значит, он снаружи где-то на углу сидит. Вот он. Бля. Это по мне еще, сука, бот. Ты отвалишь от меня, нет? Алло. Я пошел к палатке. А вон вид валяется с тризипом. Или типа того, что-то. Ну, помнишь? Да, наподобие того, нет. А там пилник какой-то. ГФ всех. Да, вот он, я его град взорвал. Хорош. Там мне Мещенко, по-моему, принесли, надо бы глянуть сюда на выход. Тебе Мещенко уже принесли? Ну, пацан с глушки бежал. Со стороны той. Он, скорее всего, смечный. Какая доставка. Удобно. Блять, да. Скана какого-то стреляет. Не пойму, что это такое. На! Нет. Тоже уходить, походу. Блин, было бы другое оружие, я бы его убил. На такую дистанцию UMP уже не рабочий. Правильно, с этой UMP-ка стреляешь, как со смайзера немецкого. Что-то вот такое же это впечатление. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.